С жалобами на работу почты анапчане обратились к Юрию Полякову во время его визита в МФЦ. Бесконечные очереди, сбои в доставке корреспонденции, вопиющее состояние некоторых отделений – все это вызывает справедливое возмущение людей. А их в разгар сезона в Анапе сотни тысяч. Что такое курортный сезон? Это мало того, что у нас в Анапском районе на 35 отделений есть, наших около 150 тысяч жителей. У нас есть отдыхающие, которые приезжают. И количество миллионами. То есть мы должны иметь понимание, что в курортный сезон сбоя вообще не должно быть. Какая проблема у вас там? Это же ваша проблема. Вы ее, пожалуйста, решайте. Почта работает. Вы же зарплату получаете, значит, вы должны что-то делать. Начальник анапского почтамта объясняет, есть объективные сложности, массовое увольнение сотрудников, некомплект на 4 отделениях из 35 существующих. Новых людей набирают и обучают, на это нужно время. Но сезон идет сейчас, и проблему нужно решать максимально оперативно, отмечает Юрий Поляков. Я этому уделяю самое пристальное внимание, и первостепенно это моя задача, чтобы укомплектовать штат. Когда, в какие сроки? Все будет работать. Вот вопрос. В течение месяца мы исправим ситуацию. В течение месяца будет конец сентября. Даю вам такое поручение. Займитесь срочно этими вопросами. Может, где-то у вас есть, где меньше наплыв, где-то больше. Есть же специально обученные люди, которые все это умеют. И займитесь ими. Внешний вид самих почтовых отделений вызывает немало нареканий у посетителей. Татьяна Гедуш уверяет, на Анапу обращено пристальное внимание. В начале следующего года начнется реконструкция 3 отделений. Это городские отделения связи, расположены по адресам Горького 68, Стахановская 1 и Лермонтова 80. Там будет произведена реконструкция, полностью все переоборудовано. Эти отделения у нас городские, они довольно крупные и очень большое количество населения пользуется услугами этих отделений. Также у нас адресная программа идет по обеспечению доступности маломобильных граждан. И также туда, в эту программу адресную, вошли два отделения. Это Краснодарская 21, центральное отделение, и Гребенская 3.